Привет! Привет, my friends! Hello! I am the professor. It's your boy. What's up, yo? I have a very old movie trailer to look at. I have no idea what it says because it's in Cyrillic. And as you guys have figured out, I don't speak Cyrillic at all. So, let's go ahead and take a look at it. Блажен, кто посвятил сей мир. Его минуты роковы. Ты сам каким раньше был? Раньше? Когда раньше нашел себя? Знаешь, что перья в раз народа. Ты вон, баранину сказали. Да ладно. Все. Нет. Кто имеет право портреты уничтожать? А кто здесь, кроме нас двоих? А у тебя, значит, все чисто. А ты бдительный мужик, Вань. И в кармане у тебя сильный факт. Но ты ведь знаешь, как эту бумажку использовать. Да уж. Не растеряюсь. Вот и я знаю. Будешь тихо, не убьем. Послушай, Луска, откуда они бежали? Из каких лагерей? Амнистия у них началась. По случаю смерти вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина. Ах, враги народа, троцкисты, утописты, вредители. То-то я гляжу, хари гнусные. Нет вам отсюда дороги, сука, тюрьма. Что может твоя власть? Убить меня? Так и я могу убить тебя. Да если б я их не сдержал, вас во всех тут перевели. Всю мою жизнь из-за таких, как ты! Говорят, что... Такие, как ты, в лагерях должны сидеть! И вешают. А вы считаете, мы должны были выйти вслед за ним? Исчезнуть? 14 лет. Они и думать устали. Виновен, невиновен, жив, мертв. I have no idea what that was about. None. Absolutely zero idea what that was about. They're under siege, maybe? I don't know. Is it a hostage situation? I don't know. Is it what's waiting for me in Siberia? I don't know. Tell me, please, friends. Tell me. Okay, I'm gonna go. I got more videos to make. Привет! Привет!